Елена Харитун, принимаю 5-9 с плюсами, даже на Айкоме 210 полный зашкал. Ага, ну, на ЕСТе 1 балл, одно деление показывает. Ну, на слух 5-9, громко. Евгений из Запорожья, прием. Да, принято. А где здесь УР-3, щука-щука центральный? Да, вот сейчас слушайте, я ему передам микрофон, щука-щука центр, включайся. Сейчас не слышу. Принимали? Две щуки центр включался. Не принимал, а ну-ка пусть еще и раз включится. Бо на репитере, в принципе, ее принимал и в прямом, и просто принимал. Смотрите, у него антенна как бы чуть более повыше по частоте, 433, может быть тогда перестроимся на другую частоту, сейчас прошу, две щуки центр, как там лучше? Да, а сможете 432-940 на эту частоту подойти? Да, без проблем. А, не, подожди, 940. Нет, давайте 975. А, все, тогда 432-975. Саша, принял? Да, принято, сейчас туда стою. Да, на 975. Щука, щука центральный, для вас Ульяна Василий 5, Елена Люба Щука. Да, УР-3, щука, щука, центр, принимаю 5-6, 5-7. Да, я могу ролик тоже записать. Можно сдвинуться на 433-500, если у вас антенна на 433, то думаю, там будет получше работать. Давайте на 433-500. Есть такая возможность? 433-950? Все, принял. 433-500. Сейчас перейду. Щука, щука, центр. Сейчас намного лучше, намного лучше. Я тебе хуже, то есть у тебя антенна лучше в главном направлении стреляет. Ну и слава богу, это хорошо. Либо у нашего товарища с Кривого Рога антенна лучше работает здесь, понял? Может быть, может быть. И ролик снимаю, если что, могу отправить. Отправьте, да. Так, вы куда отправите? На деревне бабушки? Да, найду. Так, ну вы канал мой делаете еще нет? Да, вроде есть. Ну, называется UR3 QQC. Ты знаете, что сделано? А вы в Фейсбуке есть? Есть. Отлично. Введите там фамилия Александр Карабанов. Александр Карабанов. Там есть две страницы. И та активная, но сейчас я сижу на той, которая по-английски написана. Ну, можете по-русски ввести. И в друзья там попроситесь подружиться с вами, QSL. QSL, у нас общий знакомый есть, щука-щука, краткий Иван. Ну, все отлично, в общем-то, да, все. Друзья, добавляйтесь, и мне тогда ссылочку кидаете на ролик. Так, все. Значит, это Кривой Рог, QSL ведь сейчас я вырубаю видео, так, все. Отлично. Ну, вот это прям здорово. Это первое QSL у меня. Да, 5 ватт принято. Давайте следующую мощность. Это вот типа 25 ватт, здесь 43 щука-щука центр. Ну, это 40 ватт, QSL.
QSL записано, ну... Q5, Александр, Комсомольск. Да, Александр, спасибо, что подошли. Доброго вечера вам, 73. Да, Александр, спасибо, что подошли. Доброго вечера вам, 73. Всего хорошего, 73. Всего хорошего, 73. Так она в двойке кто-то там работает, а ну послушай. Так, я пока еще на 430, там на 430-500. Так, а я пока еще на 430, там на 430-500. Семь три, выход один, Галина, центр Харитон, Лена Романтовка, 200 по 73.